Вот посмотри, как ты думаешь, из чего построена печка? Из кирпичей. Из кирпичей. На странице книжки не буквы и знаки препинания, а настоящие домики, яблони, речки с кисельными берегами и герои, к которым можно прикоснуться в прямом смысле слова. Для детишек с плохим зрением такое издание – дорога в новый и неизведанный интересный мир чтения. Следующей ступенью учения станут уже книги с специальным шрифтом Брейля. Мне понравилось трогать избушку на куриные ножки. Какая она? Она деревянная. А еще что? Мне понравилось трогать яблоньку и печку. Автор этого чуда – руководитель проекта «Мир на ладошках» Оксана Краснобай. В ноябре прошлого года она вместе с единомышленниками из Ульяновского педуниверситета сгорела с идеей создать тактильную книгу для слепых и слабовидящих детишек. Задумано – сделано. Первой живой сказкой стали знакомые всем с детства гуси-лебеди. И такие книги делать несложно, если ты умеешь шить, делать аппликацию, ну то, чему тебе научили в детстве, то тебе обязательно получится сделать тактильную книгу. В этом году за свои старания команда филантропов получила грант, который пойдет на создание еще 350 экземпляров книги. Все они будут безвозмездно переданы областной библиотеке для слепых, а сами участники проекта ждут помощи от всех неравнодушных рукодельников. Егор Титов, Павел Макаров, новости Ульяновской правды.